Добрый день, с тобой Влад, и сегодня я с тобой хочу поговорить на такую тему, почему же все-таки не было Трэвиса Скотта в магазине предметов 10 и 11 февраля. Но перед началом этой интересной информации я хочу тебе надать, что у меня есть свой личный тег автора Влада ФК. Я у тебя попрошу просто зайти в магазин предметов, писать тег автора, ведь это огромнейшая поддержка лично для меня. Но для тебя это не сложно, ну а я смогу делать контент еще лучше и намного интересней. Ну и, кстати, еще, у меня прямо сейчас на канале проводится конкурс на скин за 1200 баксов, так что залетай под вот этот вот видеоролик, смотри условия и обязательно участвуй. Ну что ж, ребят, переходим к своей сути этого видеоролика. Почему же все-таки нет Трэвиса Скотта в магазине предмета? Ведь все датамайнеры сливали, что он появится либо же 11, либо же 10 февраля. Но уже сегодня 11 февраля, и Трэвиса Скотта в магазине предмета все нету. И почему же все начали считать, что Трэвиса Скотта добавят именно 10 февраля? А я вам отвечу, что 10 февраля Трэвису Скотту вручили ключ от города Миссури-Сити. Это очень сильно знаменательное событие именно для самого Трэвиса Скотта. И повод добавить его в магазин предметов действительно есть. Но почему же все-таки разработчики его не добавили в магазин предметов 10 либо же 11 февраля? Как на мой взгляд, есть этому два логических объяснения. И первое — это потому, что скоро праздник 14 февраля, и в магазин предметов, как всегда, как к любому празднику дано, заводят скины именно по какому-то празднику. Например, на Новый год новогодние скины, на 14 февраля февральские скины, то есть скины из Дня влюбленных. И именно сейчас в магазин предметов заводят скины из 14 февраля. Думаю, вряд ли бы разработчики стали бы добавлять Трэвиса Скотта именно в этот праздник. Ну а вторая причина, я думаю, она связана со вторым стилем у Трэвиса Скотта, потому что датамайнеры слили, что у него будет новый стиль, это Трэвис Скотт со плащом, и я думаю, что разработчики этот стиль еще не доделали, либо еще разрабатывают. И как только этот стиль они доделают, тогда уже Трэвиса Скотта и выпустят в магазин предметов. И вы сейчас, наверное, у меня спросите: Влад, ты серьезно? С чего ты вообще взял, что Трэвис Скотт выйдет в магазин предметов? Ребят, разработчики не стали бы просто так добавлять в Трэвиса Скотта в API Fortnite и менять ему аватарку. Когда добавляют в API Fortnite, это уже 100% информация, что он выйдет в магазин предметов. Только именно когда? Вот этого никто не знает. Ребят, нужно всего лишь немножко подождать, и тогда у нас выйдет сам Трэвис Скотт. Но на этом у меня все. Обязательно напиши в комментариях, как ты думаешь, выглядит Трэвис Скотт. И прямо сейчас прожми свой царский лайк, если любишь свою маму.